Ух ты! Ух ты, тоже хороший. Тоже хорошенький. Ребят, привет! Разговариваю тихо-тихо, потому что я сегодня на головлином месте. Вообще, первый раз я на нем. Никогда в жизни бы не подумал, что здесь что-то есть. Просто лужа. Лужа глубиной метра, до полуметра, наверное. Когда солнце светит, видно, как голавля гуляет. И такой даже есть хороший. Я поехал, сделал несколько жучков, сделал пару мормышек. Будем пробовать ловить голавля. Ловить будем на спиннинг. Так что, как бы так вот. Ну и будем пробовать еще какие-нибудь приманки. Типа небольших воберков и еще что-нибудь. Короче, вот такая вот красота. Я не знаю, что это за водоем, канал или что. Но дальше я прошел, продолжения нету. Там уже мель. Здесь тоже куда-то уходит вода. Бетоночка, если видите. Так что давайте я быстренько настраиваюсь и погнали. Ну а погода у нас пасмурная. Как повлияет на настроение головля, неизвестно. Я надеюсь, что будет клевать. Так, ребят, как я уже сказал, будем ловить на вот такую штучку. Похоже на жучка. Вроде как похоже. Для меня похоже. Сделал я ему тут такие черненькие лапки из нитки и отгрузил грузиком полграмма. Не знаю, сейчас посмотрим, кинем, куда он будет лететь. Как сказать, голавль хватает на падение. И вот как только упал, блин, ну легкая, конечно, приманка, далеко не кинешь. Как только голавль падает, приманка падает, этот сразу же атакует. Да, приманка легенькая и сильно не зашвырнешь. Но будем сейчас стараться. Еще ветер поднялся. Если бы ветра не было, было бы просто изумительно. Ладно, сейчас покидаем. Посмотрим, что да как. Ветром сбивает ужасно. Опа! Ветром несет, получается. Ветки. Ветром несет приманку. И головой пытается догнать. Ах ты! Не схватил. А не схватил, думаю, почему? Потому что крючок не дает схватить нормально. То есть не крючок, а пенопласт. Широковатый, наверное, все-таки. Эх ты, блин, ветер вообще просто помеха конкретная. Просто конкретная помеха. Кинуть невозможно. Пробую стоя зашвырнуть. Стоя получше. Ах ты, поспешил. Я прям видел, как он схватил, но поспешил. Опа, есть. Вот он, первый голавлик. Красавец. Я хочу сказать, заглатывает конкретно все-таки. Хоть и этот крючок близко к, скажи, такой вот красавец. А, красавец, иди. Хоть крючок и близко прижат, как сказать, к телу, но главное дать ему захватить, заглотить точнее. И все на месте получается. Но это небольшой, там есть прям хороший. Ах ты, вы не поверите,
Представляете, на узлу просто взял и оторвал. Узел получается этот. Не знаю, я называю его клинч. Короче, связка между... Ёпарасете. Оставил и жука там. Связка между леской, флюрокарбоном, да, но в данный момент это у меня леска 0,20. Веревочка, блин, а что ж случилось, почему оторвалась? Это может даже не связка, а просто оторвалась, да нет, вроде бы связка. Здесь как раз у меня немножко грязноватая была веревка. Интересно, жаль. Голавлик, в принципе, небольшой такой же, но жучок остался у него. Вот это уже жаль. Жучков я сделал всего лишь 3 штучки. Я надеюсь, 2 остальных не будут так, как сейчас, оторвутся. Ветер такой, что, блин, как бы он нам не притянул ничего. Не очень бы хотелось еще и под дождь попасть. Рыбалочка только началась, только приехал, блин, и на тебе, да? Вот, это у нас желтый жучок. Тоже форма такая же, также отгрузка 0,5 грамм. Надеюсь, он не останется там. Да, все хорошо еще. Наверное, голавлику придется... Нехорошо с такой штукой во рту-то. Хорошо, если он просто оторвал там или где-то на губе висит. А если он во рту его оставил, то питаться он, наверное, уже не сможет. Как бы не хотелось, но это так. Так. Ну что, давайте еще раз в стойке. Ух ты! Красавчик, прям я его видел. Ну, всю рыбу видно. Вот как она называется? Рыбалка на хлыст. Рыбу видно, прям как она выходит, хватает. Такой вот красавец. Молодец. Жучок работает. Жучок работает. Голавчик небольшой, но рыбка просто красивая. Такая черная чешуя, бело-черная, черный хвостик. Такой весь объемный. Поклевки у него просто обалденные. Это вот на голавля одна из моих любимых рыбалок. Я от этих рыбалок просто и поклевок кайфую. Это просто сила. Вот я сейчас закинул. Не видать. Не берет. Обычно, если хватает, то это сразу нападение. Может и вдогонку вот так вот провести, что меньше вероятности. Ух ты, муравьи. Опа, есть. Есть. Ага. Ну, такой же небольшой, буйные у него такие сопротивления, зачет пузатый, наеденный, а? Ну, классно же. Вот это рыбалочка, давай, рули. Вот это рыбалка. Ветер, конечно, опа, немножко не тот. Который нам нужен, вообще он лучше нам не нужен никак. Ух ты, промахнулся. Видели, да? Промахнулся так, чисто немножко подергивая, как плавучий жучок. Ну, промахнулся. Вот там вот он есть. Да, ребят, погодка меняется, и такое ощущение, что... На голавлика это тоже влияет. То есть он не реагирует
Потому что везде рябь такая небольшая. Со всех сторон что-то падает. Ух ты! Короче, он не потянул, ни поклевка, ничего было. Просто смотрю, леска в бок пошла. Но плохо схватил. А точнее, не схватил. Ой. Не схватил и не подсекся. Как бы видать, что мелочь сопровождает, может быть, и крупный возьмет на проводке, я имею в виду. Ну, как-то тиховато. Ёпарасоте с этими ветками. Ах ты! Опять промахнулся. То ли рано я не даю ему схватить, то ли непонятно. Ах ты, ага. Тут я понял, он ударил, но не схватил. Так же и здесь, наверное, было. Чисто удар и отход. Нету такого добивания, как говорится, почему-то. То ли он играется с ним сначала. Но удар такой и в сторону не хватает. Так, вамблерок. Вамблерок, наверное, давайте вот такой вот зашвырнем. Сейчас покажу. Вот такой вот небольшой, лупоглазый вамблерок. Потом посмотрим, если работать не будет, посмотрим что-нибудь. Еще что у нас там есть. Так, ну, работает нормально. Такой медленно-медленно тонущий. Ух ты! Почему-то рыбка его испугалась, когда я проводил. Ну-ка еще разочек. Почему-то зашвырнул. И рыбка наоборот. Опа, в разные стороны. Солнышко вышло. Привстану чуть-чуть. Рыбку видно будет, если будет хвататься. Ах. Короче, завязываем с этими узлами. А, нет, а, да. Узел развязался у воблера. И пипец, что-то давненько у меня такого не было. Узлы развязываются. Блин, воблер-то рабочий, блин. Ну ладно, жалко. Есть у меня еще один такой же. Вот он. Вот он такой же. Сейчас мы его привяжем. Просто... намертво, ну куда нафиг. Сегодня жука потерял, еще и воблера потерял. Это уже перебор. Ой, какой прошел мимо просто. Просто прошел мимо. А мы ему сейчас под носик кинем. Прямо он напротив меня под веточки пошел. Опа! Не обратил даже внимания почему-то. О, и дождя как раз не хватало нам еще. Грибной дождь. Солнце и дождик. Классно просто. Ах ты. Мелкий, конечно, но интересно он. На него вернулся, хотел сказать, кинулся. Сейчас, в данный момент, просто куча его сопровождает, воблерка.
но никто не хочет брать. Сейчас мы еще раз туда же. Так, нет, что-то воблер хорошо, конечно, они на него обращают внимание, но что-то в нем не то. С жучком как-то повеселее было. Так, ребят. Короче, вот такого сейчас шуранул. То есть шуранул. Тоже та же форма, только цвет такой зелененький. Подмайского жука, так называть. Так скажем. Опа. Какой-то тонущий, что ли, совсем. Что-то он мне вообще не нравится. О. Не, я думал, раз не нравится, значит мы его сейчас и выкинем. Нет, слава богу, остался на месте. Как говорят еще у головля, за день может быть столько настроения поменяться. Может и клевать, и тут же резко перестать. Не знаю, от чего у него там, но это ж опять все погода, а не настроение. Вот, вижу, но почему-то он не берет. Не хочет. Давайте вернемся к жукам. Раз начали с них, и время вроде жучье, но хотелось... Так сказать, попробовать, а вдруг воблерочек будет лучше работать. Пока я тут вяжусь, вижу, рыбка под деревьями собирает, наверное, жучков, или что-то падает, играет. Так что я думаю, жучок нам сейчас поможет. Чуть-чуть подвязал крючок ниткой, чтобы он не уходил глубоко в тело. И чтоб как в рабочем состоянии был. А то, как говорится, дома не додумался до этого. И при закидывании, опа, при закидывании получается так, что крючок прячется в этот, в тело. Вот, а сейчас у нас все нормально. Надо было, наверное, пару таких сделать. О! А, ударчик был, промахнулся. Что-то я его раскидал, похоже. То ли он чуть воды напитал. Кидать начал. Нормально. Ух ты! Прям под тем берегом. Как же ж туда зайти? У меня есть с собой вейдерсы. Ну, блин. Это ж надо идти за ними. Ну что, я так понимаю, этот цвет не по душе. Сейчас зашвырнул прям под нос. Прям под нос. Головчик такой хороший был. Вообще ноль внимания. Мимо прошел, как будто я ничего не кидал. Ребятки, сейчас быстренько сапоги накидываем. И погнали вброд. Не могу я закинуть жучка. Так далеко, не нахлыст это. А покидать надо. С собой я взял сегодня вейдерсы, потому что на всякий случай знал, что еду на головля, и на всякий случай думаю, возьму. И как я не хотел их брать, то есть брать, одевать, все-таки придется. Вот под том деревом стану, или он там вот с краешку где-то, или может посередине даже стану, кидать я смогу. И буду обкидывать те места. Потому что он под тем берегом прям конкретно прыгает под деревьям, под обрывчиком. Но ветер крутит, получается мне все в лицо. И
при закидывании, забросе возвращается приманка обратно. Так, ну что, ребят, пробуем заходить. Как-то надо зайти так, чтобы не кувыркнуться. Потому что... Ой-ой-ой! Скользкое дно. И очень илистое, кстати, хочу сказать. Ой, а малька сколько головлиного. Куча. Фу-фу-фу. Воняет ужасно. Засасывает еще сильнее. Не знаю, давайте сейчас попробую пройти. Но что-то, мне кажется, вообще без вариков. Высасывает конкретно. Сейчас попробую понад берегом пройти. Вот смотрите, воды, ну буквально по, как она называется, по, ё-моё, вылетело, по катушку. А я стою уже по колено. Все остальное это ил. Ух ты, блин. Ужас. Ой-ой-ой. Уходим назад. Что-то такое ощущение, что я тут не пройду. Ух ты, ребята. Вот он, голавль весь. Вот он. Смотрите. Вот он выходит. Вот он выходит. Интересно, если попробовать. Нет, он боится, боится. Вот там надо становиться сверху, с плиты. И кидать. Гляньте, вот он. Небольшой, но он выходит. Давай туда поближе подойти, посмотреть, что там. Я, конечно, туда вот... Ой, какой большой, ё-моё. Я, конечно, наверное, вот туда не смогу закинуть. Но попытаться надо. Ага. Закинул, но совсем не туда. Сильно, конечно, не нагуляешься здесь. И туда дальше тоже речка идет. Или что это, канал? Вот. Но если такой ил, то... Ну его нафиг. Ага. Вижу мелкого-мелкого головля. Вон там вот за деревом весь. Сейчас как-то попробую пролезть туда. Аккуратненько, тихо. Я понимаю, здесь еще один дренаж какой-то. Так. Головля не вижу. А он здесь был. И хороший. Наверное, здесь стоит. Здесь, блин, нормально не закинешь. Ребята. Я не знаю, бляха-муха. Мне зла не хватает. Смотрите, что произошло. Очередной раз. Просто, не знаю, отвязалась или что она. Блин. Непонятно, короче. Что происходит? Поклевочка была, я сработал. И все осталось не вон. Ух ты. Вы видели? Видели? Промахнулся. Ах ты. Ты смотри. Чуть покрасил цвет. Неужели есть разница все-таки в цвете? Каждый заброс, грубо говоря, поклевочка. Играется, но не берет. Ребят, что-то я вообще не соображу, что происходит. Очередной обрыв. Может быть, веревочка у меня уже плохая? Да нет. Веревочка хорошая.
А я не соображу. Реально не соображу, что происходит. Перематываемся, остался крайний жучок, который не хотела брать рыбка. Так, сделаем новый узел тогда. Более какой-то реальный. Да, дебри. Такие приходится преодолевать. Здесь вот я проходил через вот этот, как его назвать? Не знаю правильно, как его назвать. Канал, каналу. Вот отсюда выходил хороший голавли. Не знаю, аккуратненько встанем и кидаем. Ах ты! Поклевка и исход. Да ты смотри, хватает, а почему-то не хватает его, чтобы он схватил. Попробовать объемчик. Уменьшить. Фу. Так, вам за травой не видно немножко. Промахивается. Падение, и он рядом почему-то проходит. Не на приманку. Кроме жучка сегодня ничего не работает. И вот он сразу, жучок, сработал. Ух ты! Ой, этот хороший, ребятки. Этого мы берем сегодня. Домой. Опа. Этот красавец. А, посмотрите. Гляньте. Красавец. Этого мы домой берем. Тихо. Тихо. Вот такой вот красавец. Зачет. Хочешь не хочешь, а жучок есть жучок, который нам, в принципе, сегодняшнюю рыбалку и делает. Давайте еще одного. Не думаю, что он один там. Просто немного сейчас в шоке еще, наверное, после того, которого сейчас мы вытащили. Какой-то там борзенький кувыркается. Ага. Поклевка была, но не схватил. Есть. Ух ты, тоже хороший. Тоже хорошенький. Иди сюда. Вот он. Тоже красавец. Гляньте. Ай, рыбка. Тихо. Какая рыбка. Да стой же ты. Не такой вот красивый. Ну, тоже мы его возьмем. Вот такой вот красавец. Тоже возьмем его. Штуки 3-4 возьмем на жарешку. А может... Ух ты! Ну, что, он с молокой, что ли? Гляньте. Не пойму. Штуки 3-4 возьмем.
И, как говорится, хватит либо на жареху, либо на вялочку. Есть. Ага. Такой же. Ой, хороший. Ой, хороший. Иди сюда. Ай, красавца. Эй, ну зачет же. Жучок сегодня прям делает рыбалочку. Молодец. Ай, сильная рыба, вообще класс. Я не пойму, у них нерест или что-то. Молоко, глянь, течет. Нерест не может быть, насколько я помню. У головля там что-то с карасем, что ли, нерест. Тихо, 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 тихо. Не буяньте. А схватил вот сейчас последний, вообще непонятно. Я его тяну, веревку, а она не тянется. Она на меня идет. Получается, схватил и погнал на меня. Вот и все. Вот это уже стопудово все. Короче, жучок кинулся на палочку и прям вокруг обмотался. Тут уже стопудовый обрыв. И все. Хороший жучок был. Ну, увы. Все, ребят, тогда заканчиваем мы рыбалку. Ну, так вот. Хотелось, конечно, порыбачить. Так что все по-старому. Подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Все, не болеем. Всем удачи. Пока.